Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуков Family, и мы продолжаем Вольфенштейн. В этой серии, наверное, скорее всего, мы дойдем до госпиталя. Всем приятного просмотра, не забывайте про лайки, про репосты, рассказывать друзьям, а мы погнали и посмотрим, что будет дальше. Всем приятного просмотра. Полный вперед. Это шпион! Так. О чем мне это надо? Тут блокатор этой херни стоит. Где он стоит? Если выше. Выходи, а ты умрёшь как человек. Что тут? Я знаю, что ты... Кусочек золота. Пленники, 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 окей, так. От меня не спрячешься. От меня не спрячешься, Янки. И чё тут? Что? В смысле отступить? Что происходит? Отряд, пошли! Шпиона не видели? Знаю, его здесь нет. Шпиона не видели? Не знаю, его здесь нет. У него... Прикройте меня! Ой. В укрытие! Продолжать стрельбу! Сколько трупов. Красота, просто красота. Я не смогу прятаться вечно. Может быть. Так. Осторожно. Я не хочу тебя терять. Может быть. Да хочу с тобой гулять. Так, подожди-ка. Что тут за катакомбище? Тут. Меня попросили освободить троих агентов Золотого Рассвета, захваченных эсэсовцами. На базе СС в историческом центре я узнал, что пленников держат на заброшенной фабрике, принадлежащей отделу паранормальных исследований. Страшно представить, какие методы допроса могут там применяться. Понимаю. Так. Встретиться со связным, да? Ладно.
Подожди, да, это выход? Ни хрена. Ё-моё. А какую сторону нам вообще чпынькать? В эту? Блин, ну у них там танк. А у них тут всегда это. Какие-то разногласия. Берегись. Второй умрет, нет. Прыгун, и хера он, блядь. Тут такая мясорубка, что я офигеваю просто. Так. Чего, у тебя с рожей что-то было? Я уже норм. Подожди, а кому говорить? Агент Блажкович, если братьев Золотого Рассвета держат на швейной фабрике, значит, их приговорили к смерти. Пожалуйста. Мы ведь ученые, а не бойцы. Не могли бы вы спасти наших братьев, пока не поздно? Эх, мужик, мужик, а что мне делать остается? Вы просто такие вот ученые. Удачи вам в выполнении задания. Так, а у меня... Найдите центр паранормальных явлений. Капец тут заданий, я манал просто. Так, в смысле выше. Лестница должна быть, правильно? Вот это? Нихера. А как мне добраться до вашего? Подожди-ка. О! Подожди-ка. Лян силы нашел. А это что, это типа наверх? К этой швейной фабрике? Я все забыл. То есть, если вы мне скажете, Денчик, ты что творишь? Я скажу, ребятки, я все забыл. Я все забыл. Реально, буквально все. Здесь американец! Американ бой, американ бой. Еду с тобой. Оу. Я здесь! Я Рик. Прошу вас, помогите! Да не кричи ты. Спасибо, Биджей. Ты освободил других агентов Золотого Рассвета. Ты иди дальше. Я сам выберусь отсюда. Пиздуй. Осторожно! Это шпион! Воу. Осторожно! Грави-пушка, да. Грави-пушка на макушку. Оу. Не послышалось? Воу, ты... Фокусом. Воу, найфуры. Девочки появились. Интересно. Ну что, девочки появились, это мимо. Док не мальчик. Да я не хочу ложиться с тобой, это слишком страшно. Да-да-да. Но физика тут вообще топ. Мне нравится. Так, вот.
То, что, конечно, тут девочки появились, это прям... Продолжать стрельбу! Тихо! Оу, кто-то морёт. Оу, с вами, тише, тише. Выпустите меня! Помогите! Они взяли меня в плен! Да не кричи ты, блядь. Творите, блядь. Мне нужна ваша помощь. Они держат меня в плену. Благослови вас Бог, Биджей. Вы освободили остальных агентов Золотого Рассвета. Да. Вы делаете, что должно. Я сам выберусь отсюда. Пожалуйста, освободите меня. Помогите, я здесь. Пожалуйста, помогите. Нацисты Пожалуйста. Держат сюда. На помощь, помогите мне. Эй! Выпустите меня! Мне нужна ваша помощь! Я здесь! Спасите! Дэви! Эй! Эй! Сюда! Блин! Выпустите меня! Выходи! Помогите! Они взяли меня в плен! Вы спасли мне жизнь, Биджи. Я ваш должник. Вы освободили моих друзей? Не беспокойтесь обо мне, я сам выберусь отсюда. Помогите! Я здесь! Еще один. Прошу, освободите меня! Патронная пушка! Осторожно! А где? Здесь? Стоп, подожди. Так, подожди-ка, я ж вроде все выполнил. Ну да. Да. Я прорвался на заброшенную фабрику, на которой эсэсовцы собирались допрашивать троих агентов Золотого Рассвета. Без сомнения, Цетта прекрасно знает, чем эта организация занимается в Айзенштате. Мне удалось вовремя освободить агентов. Надеюсь, теперь доктор Александров будет мне доверять. Так. Хрен его знает, кто там тебе будет доверять. Малашкович. Ну. Да, виды тут, конечно, прям крутые. Да ладно, это все нацики. Что у вас за херища, ребятки? Вас что там, сам Гитлер, что ли? Да, в госпиталь. В госпиталь мы еще не пойдем. Завод, завод. Запад. Не пойму, это запад или что? Запад. А, ну тут везде почти запад, да? Так, подожди, а как же тогда ближе будет добраться до... Это пивоварня, да. Так. Да это наш Янки. Извини за беспорядок.
Мы как раз занимались заключением сделки, когда этот нацист прервал нас. Что мы будем делать с телом? Оставим в покое. В последнее время тела в Айзенштадте сами куда-то деваются. Ага. Да. Тело надо просто убирать. Я. They good. Какие деловые ребята. Братья Вачовски, наверное. Так. Что там происходит? Я еще закупиться хочу и пойти, наверное, спокойно в госпиталь. Наверное. Так. Что у меня тут? Ага. А тут тишина, да? Каролина. О, Каролина. Так, то есть получается, здесь у нас ни хера ничего нету, но зато есть комната, да? Господи, сколько криков, сколько понтов. Все лишь для того, чтобы просто меня впечатлить. Я люблю, конечно, впечатление, но... Стоп, подожди, как добраться? Понятно. Стоп. Послать отряд, обойти его сюда. Не надо... Ой, господи, сколько понтов. И не только понтов. У него батальная пушка. Лошадка. Подожди, а... Это же здесь это. По-моему, я прям на нее смотрю. На эту комнату. Так. Так-так. Вот и наш о, лучший гляди, клиент. Братец. Это же наша знаменитость. Ага. Агент Уильям Биджей Блажкович. Человек-легенда. Уверен, что Каролина ничего не знает о твоих подвигах. Ты не станешь хвастаться военными победами перед женщиной. А я бы стал. Не вижу ничего плохого. Говорить о победах женщине, о военных победах, наоборот, герой. Хочешь совершить покупку? Да, хочу. Только походу... Только походу я все скупил, да? А нет. На покупку лучше не на эту. На эту и на эту, да? Угу. Блин, зря пришел, да ё-моё, зря время потратил. Товарищи, ну вы чё? Еще увидимся, Блажкович. Да-да, увидимся, иди в жопу. Так, подожди-ка. Запад, восток. Восток это как раз то, что в госпитале, да? Серьезно, тут запад, опять, господи, запад и восток и все. Исторический центр восток. Исторический центр запад. Да. Походу, все пути в госпиталь ведут, да?
А это у нас что было? Подожди-ка. Стоп. Это что, типа обходной путь? Или что? О, бля. А что тут? Ага. Ну, может быть, и успеем немножко в госпитале пошалить. Укрытие! Да, тут бомбежка прям жесткая. Меня зажали! Жесть. А, ну да. Тут, походу, не пройдешь. Легально. Здравствуйте. Чем могу помочь? Меня зовут Блажкович. Я боялась, что вы до нас не доберетесь. Здесь такое творится, словами не передать. Нацисты проводят эксперименты над пациентами в операционной. Скорей! Бегом отсюда! Блажкович, спасите! Что за черт? Да. Похоже, кибернетические импланты и промывание мозгов – слишком большая нагрузка на разум человека. Полагаю, все убийцы психически неуравновешены. Чушь. Им просто нужно время, чтобы привыкнуть к своим новым способностям. Интересно. Так. Пациенты, покинувшие свои палаты, будут строго наказаны. Пожалуйста, не убивай нас. Я не буду, только потому, что вы этого просили, ребятки. Костылёк. Так. Я больше не выдержу. Надо выбраться отсюда. Надо выбраться. Так. Коридоры патрулируются охраной. Прошу, помогите нам из палат. Что я могу сделать-то? Ты даже имя мое... А, ну да, он же назвал. Он же такое вначале сказал. I'm Blažković. I'm here. Так. Это место опасно, друг мой. Нацисты используют нас как подопытных. Проводят жуткие эксперименты. А теперь тут еще и бродят кошмарные чудовища. Да, да, да. Мы в курсе. Так, что это тут? 15 косарей, неплохо. Так. Хрыцк. Господи, он всех убивает этот. Оу. Слава богу. Ты спас нас. Спасибо. Ацетон. Спасибо. Да. Прикольно видеть в Вольфенштейне ацетон. Так. О, о,
Смотри, не подавись от части. Чё? А как? А как пройти-то? Ты спятил? Закрой дверь! Закрой! Ого, куча ацетона. Вы что тут с этим ацетоном делаете? Так, подожди. Труба. Куда труба ведет и зачем? Вопрос. Подожди, а? Понятно. Так, подожди-ка. Пули не берут. Вот это прям таки, блять. Осмотрите и найдите, который виноват там в чьей-то смерти, да? Так, подожди, но тут вариантов не так-то много. Подожди. Но эти чипзики ничего не говорят. Подожди. От слова совершенно ничего не говорят. Протечка. А что нам эта протечка дает? Ничего. Нам же не просто так дают сюда забраться, верно? Бляха-муха. Ёб твою мать, подожди, а? Блять. Но тут он вообще не проходит, ни физически, никак. Труба. Что? Может, я что-то на этой проебал? На миссии, подожди-ка, где-то я не мог, по сути, что там где-то. М-м-м.
раз тут ходили, бродили, что-то там. Мы тут рели, нихера ничего нету, блядь. Подожди, а что тогда делать там? У меня вот просто вопрос, а что делать-то реально, что? Мне стрелка показывает идти сюда. Тут нихера ничего не светится. Тупик. Погнали. Вот мы идем тупо по скрипту. Я же, блядь, 15 косарей собрал. Так, подожди. Лестница, закрытые двери. Ацетон. Опять закрытые двери, ну. Так. Как? Серьезно, просто надо было, блядь, пробежать. А. Фу ты, блин, я лошара, блядь. Блядь. Господи, потерял, блядь, часть своего времени тупо из-за того, что, блядь, надо было просто пробежать. Конечно. Эта тварь, что бродит по госпиталю, создана нацистами. Исчез. Он исчез, но обещал вернуться, да? Так. Я не прятаться. О, подожди. Стоп, серьезно? Ложись, Шнель! У него фотонная... Ага. Понятно. Развлекайтесь, ребятки, без нас. Так. Итак, сержант, что же делает этот портал, который мы нашли при раскопках? Не знаю.
Но подопытные, которые входили в него, либо умирали, либо превращались в каких-то тварей. И что с ними потом делают? Мы обучаем их, чтобы они сражались на стороне нашей армии. Взять его! Берегись! Оу! Разнообразим наше мировое досуг, да? И... Капец, ты же лучше. Я? Серьезно? Спион-франник? Надо же, какие мы проницательные, Найн Юрии. Это же так интересно. Какое? И? Не доберусь. Пушка-колотушка. О, здрасте. Ой, был парень. Этот... Чё за херня, опять этот... Воу! Больно тебе? Да? Я знаю, что такое боль. Так, ну вроде мы тут... Да никто не будет обеспечивать нам огневую поддержку, ребят. Так. Воу. О, откуда? Нет, дверь закрыта. Она, наверное, сюда и надо, да? Ой, извиняюсь. Отрыжка случайно произошла. Так. Угу. И как нам это... Легко. А, это по заданию сюда. Эксперименты всякие. Ну чё, погнали тогда сюда. Так, воу. Ёб твою мать. А чё, нам прям вниз-вниз? Или куда? Они придут посмотреть, что произошло. Тебе не уйти отсюда. Сила тока. Сила великой страны. Так, подожди, где-то у нас тут... Блокировщик. Я собрался.
Как куда? Бля, где блокиратор стоит? Иди сюда. Открой, сука, дверь. Плохой нацист. Мертвый нацист. Так. Хорош. Красота, просто красота, ребят. Хорош. Кто у меня гранату, сука, кинул? Какой черт? Осторожно! Орудие Тесла! Ложись! Откуда он стреляет, я не пойму. Помогите! Ни хрена себе, это ты чё, прям... Подбор частот колебаний оказался довольно серьезной проблемой. Все подопытные, прошедшие через портал, возвращаются измененными. Майн Гот, здесь шпион. Защити меня. Найн, герр доктор, это вы меня защитили. Ты увидишь, какого могущества суждено достичь великой армии Рей. Халк, блять, какой-то. Так, интересно, и что боится этот кузнечик? Так. Так, подожди-ка. Что за нафиг? А, опоры надо разрушить, или? У него фотонная пушка! Блять, подожди. Твою мать! Укрытие! Стоп, а как вы... Стоп, это надо, блядь, приманить его сюда. Давай. Давай. Иди сюда. Ну. Красавчик. Ну а дальше. Давай. Ну. Ну. Красавчик. Я понял, все не... Давай сюда иди. Давай сюда иди. Красавчик. Давай сюда иди. Да ну сдохни ты нацик. Блять. Давай сюда.
Красавчик. О-о-о-о-о-о-о-о. А что дальше-то, его засосет? Кого засосет? Всех засосет или что? Ё-моё! А нам точно туда надо? Мяха-муха. А, его черное солнце засасывает, да? Это мы временно, значит, увидели то, что нельзя видеть, да? Ладушки, подожди-ка. А, вот так. Ясно. Будем теперь иметь, что у нас теперь усиление есть. По поручению Золотого Рассвета я отправился в госпиталь, недавно занятый нацистами. То, что я там обнаружил, поразило даже меня. Ученые Рейха начали создание механически усиленных невидимых убийц. Там же оказался и портал, который я видел на раскопках. Он ведет в измерение Черного Солнца и превращает людей в чудовищ. Я прекратил жестокие эксперименты, но не сумел полностью уничтожить портал. Ну, по крайней мере, сделано то, что сделано. Рейх Крысау вернулся. Каролина, поговорите с Сергеем, да? Ага. А, вот получается это. Черный рынок. Каролина, вот Каролина, да? Так, одного вроде бы попал. Ладно. Значит, нам сюда, да? Ого, челик, дай пройду. Так.
Ага. Не дайте им загнать вас в угол! Иди твою мать, а? Блять. Да ёб твою мать! Дайте мне миссию сдать, заебали. И? Рад вас видеть, Биджей. Вы не поверите, сколько всего эти тулицы понаписали. И, конечно же, мне придется все это переводить. Дикие существа, которых вы видели на подземной базе, это гемайн. Нюхачи, как их называют нацисты-охранники. Они появились в результате экспериментов с тулийским порталом. Они могут чуять энергию черного солнца. С их помощью нацисты отбирают чистейшие из производимых кристаллов. И все? Рад вас видеть, Биджей. Я узнал, что невидимые убийцы, с которыми вы сражались в госпитале, были модифицированы как механически, так и биологически. Эти изменения довольно болезненны, и многие из подопытных погибают. Как они нашли добровольцев для этой программы, я просто себе не представляю. Так. А теперь просто поговорить с Каролиной, да? Угу. То есть, вроде бы у нас тут заданий нету, да? Значит, возвращаемся назад. Удачи вам в выполнении задания. Да, спасибо. Так. Укрытие! Успеем забраться. Эй, ты! За свободу! Либертар, либертар! Что? Обеспечьте огневое прикрытие! Оу! Молодец! Дамочка! Ух ты ее! Откуда ты такая? Не дайте им загнать вас в угол! Сочненько. Так им и надо! Ой. Слева! Так, подожди. Не то оружие. Вот, фотонная пушка. В смысле, а переход где? А-а-а! Стоп. Ага, и тут ничего нету, да? Угу. Исторический центр Запад, да? Ну. Подожди, я сначала хочу. И правду так крут, как говорят. О, гляди, братец, это же. Все, заткнулись уже. Так быстро. Ладно. Так. Сделаем. Хочешь совершить покупку? Да, давай. Да ёпара смотря. Генератор. Фокусирующая линза. Вот тут, походу, все мы купили. Ага, конденсатор отдачи, да? Подсумок для патронов. Ну, по-моему, все купили. Давай еще раз проверим.
щит, замедление, и погоним тогда на основное, наверное, задание. Что там хочет? Кончатся, приходи. Что там хочет от нас Каролинка? Так, давайте быстренько рассмотрим это здесь. Ну да. Это здесь. По факту, да? А как мы затрахали-то, а? Блин, ну убить, добить. Ну и все. Стоп, а почему? Ну, походу, все, тишина. С возвращением, Биджей. Ты неплохо поработал в церкви. Нет, друг мой, это было не землетрясение. Это Блажкович. Он взорвал подземную базу нации на старой ферме. Там была какая-то электростанция. Ну и здоровая же там база была. Земля дрожала на много миль вокруг. Так, а хоть игра сохранилась или нет? Мне вот интересно. Ладно, на этом закончим и посмотрим, что от нас хочет Каролина. Всем спасибо за внимание, всем до скорого, всем пока-пока!